Я вижу лодку. Кошмары. Мама про них рассказывала. Не знал, что они существуют. Кошмары? Да. От них у людей кошмары. Или они сами кошмары. Я не помню. Жаль, у нее нельзя спросить. Вон там! До горы доберемся быстро. Мне просто не верится, что я тут, что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов, а то и собственной постели. Ты не виноват в том, что болен. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Вон и гора. Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах? Если это запах моря, море воняет. Смотри-ка, это Тор. Тор, бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. А, похоже на Бальдра. Бальдр. Он Ас, сын Одина и Фрик. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? Я вроде что-то вижу. Прямо посередине озера. Иди, какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. Написано: пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира. Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? Топор не вернулся. Это такое.
Это мировой змей! Разбитый корабль, видишь? А вон статуя Тора. Только теперь ее стало видно лучше. Змей вылез, и вода убыла. А, вот почему тут берега раньше не было, да? А вон гора. И это строение ведет от подножия горы к золотому храму. Все это было под водой. Все, кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Мы сначала причалим, да? Мы первые, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом змее? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Это болтовня. Не знаю. По мне, так он большой. Когда это все построили? Очень-очень давно. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзила и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок? Но как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый нашел. Ну, ладно. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне, наконец, хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите! Ты всегда так носишься? Жуть. Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец, только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда, если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Другое дело. Что-нибудь для мальца? Вали на повал, не морая руки. Знаешь, чего хочешь?
Ну что, удачной тебе резни. Впереди враг! Эти руны я не знаю. Будь у нас ключ к ним, я бы мог их расшифровать. Я не могу прочитать. Я не могу прочитать.
Стекла. Пойди сюда. Смотри, мировой змей. Он куда больше, чем я думал. О, смотри, он укусил Тора. Или укусит его, наверное. Я не могу прочитать. Что это такое? Ужасно пахнет. Это я. Шифра. Нужно найти еще несколько таких. Нет, так не пойдет. Это было. Воняло ужасно. Твоя мать называла такое ницшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Какой здесь туман? Еще гном. Может, нам... Нет. Он нам не нужен. Я очень извиняюсь. А откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, я с этим не спорю, но я его знаю. Это один из наших, и его не для тебя ковали. Прочь с дороги. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне
очень дорога, и я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Фэй умерла? Это очень печальные вести. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Ладно. Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Ну, верно, но можешь мне поверить, твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал, ты брат Брока. Вот половина клейма. Так Синий твой брат? Да, но из нас двоих талантлив я. Не вру, клянусь Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага, но ты не мог бы положить его вон туда? Рукоять Нет. такая грязная. Ну что ж, ладно. Тогда я просто... Это что, кровь? О! Над чем ты работал? А, это... Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. Что приглянулось? Есть еще разговор?